Это уникальные документы, полученные мною как сотрудником КГБ СССР. Это секретный документ, здесь написан гриф «Top Secret», на английском языке совершенно секретно. Это отчеты федеральной системы США, так называемого World Bank Group, USA, международной банковской группы США, именуемый также в народе как Комитет 300. Может быть, вы слышали это словосочетание. Вот эта выписка, точнее, одна страница из этой выписки за 2008 год, на 1 декабря. А вот эта выписка на 1 августа 2009 года. То есть разница между ними 9 месяцев. Вот здесь красным обведено состояние счетов 2009 года. То есть разница между ними 9 месяцев. Вот здесь красным обведено состояние счетов Сбербанка в России, который захватил активы Сбербанка СССР. Так вот, состояние счетов Сбербанка России на 1 декабря 2008 года было 1,793 умножить на 10 в 30 степени долларов США. Это гигантское число. А теперь проанализируйте, что произошло, насколько увеличились счета Сбербанка СССР за 9 месяцев. На 1 августа 2009 года это число составляло 3,357,2 умножить на 10 в 30 степени. То есть практически в два раза увеличилось. Вы представляете, сколько зарабатывает... Причем эти счета, они расположены не подконтрольны сегодня Сбербанку Российской Федерации. Эти счета были переведены в западные финансовые структуры, почему и иностранцы имеют доступ к этим счетам. Сегодня Греф, не помню, Герман, как его там отчество, да. Он даже не владеет этой информацией. Вы представляете, насколько нас грабят? И вот тут я сделал расчеты по цифре от 1 декабря 2008 года. Если эту сумму разделить на количество граждан СССР на 1991 год, 293 с лишним миллиона человек, то получается, на каждого гражданина СССР приходится 6 секстиллионов, 118 квинтиллионов, 801 квадриллион, 783 триллиона, 209 миллиардов, 457 миллионов, 143 тысячи, 54 доллара и 2 цента. Каждому, доллар США, каждому нищему гражданину СССР, и вам в том числе. А если эту сумму разделить на количество секунд в годах жизни человека, что немногие проживают, то каждую секунду мы должны бы были тратить в течение 100 лет 1 триллион 940 миллиардов 259 миллионов 317 тысяч 354 доллара 59 центов США. Вопрос, у вас какая зарплата? Намного меньше, чем я только что озвучил цифру. Ну, конечно. Естественно. Потому что именно правовая безграмотность, отсутствие знания законов, отсутствие знаний событий исторических, которые произошли под видом так называемой перестройки, когда безжалостно грабили Советский Союз, привело вот к такой нищете.